Привет, друзья, подписчики и зрители канала. Меня зовут Висконти. Конкурс на лучший дом на колесах закончился. Но вы не переживайте, потому что у нас стартует новый конкурс. Какой, вы узнаете после рекламы спонсора данного ролика. Предлагаю вашему вниманию подписки игровой канал Virtuos Play. Канал, посвященный играм и игровой индустрии. На канале вы найдете летсплеи, обзоры игр и компьютерного железа. Также на канале проходят стримы. Канал Virtuos Play – молодой и растущий канал, которому нужны свои зрители. Поэтому подписывайтесь, все ссылочки в описании. Итак, ребята, новый конкурс посвящен железной дороге и поездам в частности. Старинные паровозы, современные дизельные и электропоезда. Ну и, конечно, суперскоростные поезда на магнитной подушке и монорельсы. Огромное поле деятельности для вас и ваших инженерных мозгов. Ну а теперь давайте поговорим о условиях конкурса. Первое условие. Ваша постройка должна состоять из самого поезда и минимум двух станций, соединенных путями. Второе. На конкурс не принимаются поезда и станции, скачанные с воркшопа или из других групп. Но вы можете привлечь к своей постройке своих друзей. Например, кто-то хорошо строит механику, а кто-то хорош в дизайне. Таких друзей, кстати, вы можете найти в нашей группе ВКонтакте в специальной теме. Третье условие. Канал Висконти получает эксклюзивные права на 7 дней на вашу постройку. То есть до появления ролика на канале Висконти и на протяжении 7 дней после его выхода, ваша постройка не должна нигде быть засвечена. Ну, за исключением скриншотов. Четвертое. Я разрешаю использовать любые моды, но и без модов постройки также принимаются. Ну и давайте поговорим о сроках проведения конкурса. Окончание конкурса «Поезда и железная дорога» намечено на 31 декабря 2016. А приз за лучшую постройку остается неизменным. Это лицензия скрэп-механика или ее денежный эквивалент, который равняется 419 рублей. Свои постройки направляйте только мне в личное сообщение ВКонтакте. Найти меня легко в нашей группе ВКонтакте в администрации Спиркин Владимир. Ну а я с вами прощаюсь. С вами был Висконти. Всем пока!